Сейчас я докажу, ну, собственно, такой последний большой удар по этому графу. Я докажу, что никаких вот таких штучек быть вообще не может. На самом деле, все, что есть, это только точка АВ, которая получена из точки А, и вы стягиваем ребра этого, да? И цикл, один цикл. Никаких вот этих вот висюшек вообще не может быть. Доказательство удивительно короткое. Мы только что взяли вон тот граф, наименьший по количеству ребер граф, который не планарен, не содержит, то есть этот граф, да? Взяли ее произвольное ребро, стянули, забыли про ребра, выходящие из этой стенки, и доказали, что в оставшемся графе нет тета-подграфа. Сейчас я докажу, что там не только нет тета-подграфа, но там вообще нет висюлек. Для этого смотрите, ребята, потому что есть висюлька, буду двигаться по ней, что называется, вперед, вперед и вперед. То есть, вот я, есть точка, где она прикреплена к основному циклу, я пройду от нее, потом я пойду там в треугольник, пойду дальше, или там более другой, пойду следующий, следующий. Понятно, что рано или поздно я дойду, так сказать, до упора. Подумаем, как этот самый упор может быть устроен. Мы с вами уже помним, что он не может быть устроен в виде одиночного ребра. Согласны? Это мы уже обсуждали. Если есть одиночное ребро, которое связано с точками А и Б, то это вот та самая точка, помните, да, С, Д, здесь два отрезка, это история была. Значит, у нас запрещено одиночное ребро. Интересно. А значит, у нас здесь не ребро, значит, у нас будет тип треугольник. Хорошо. Может ли треугольник с треугольником цепляться по ребру? Нет, потому что это тетраграф. Значит, на самом деле, последний прямоугольник – это треугольник. Очень хорошо. И эти две точки должны что? Должны идти вот сюда. Это тетраграф, это подграф. Ребята, нет, это у нас не в исходном графике, это еще не страшно. Но страшно вот что. Что здесь вообще-то АВ можно вспомнить, что в исходном графике это было ребро. Либо с точкой А обе они соединены, либо одна соединена с А, другая с Б, но есть еще ребро АВ. Так что вполне себе тета. Я возьму и где-нибудь здесь сбоку ребро, вот я это ребро верну, а вот это ребро я превращу в точку и получу ужас. Потому что я вот там ребро сжал, при этом с этими ребрами ничего не получилось. Произошло, а АВ это уже настоящее ребро, здесь настоящий тетаграф, а тетаграфа не бывает. Вот здесь очень важно, я рассуждение проводил не для данного ребра АВ, а для любого ребра АВ. То есть если я в графе беру любое ребро и его превращаю в точку, то там, в том, что получится среди красных этих ребер, не будет, там, черных не будет, серых не будет, и не будет тета-подграф. Так вот, если вот здесь такая картинка, и я где-нибудь там сбоку ребро сажу в точку, то я получу противоречие в существовании тета-подграфа. Ребята, у нас дело почти заканчивается. Ну, то есть осталось совсем чуть-чуть. Потому что ситуация сильно прояснилась, уже никаких таких ужасов нет. Выяснилось, что все красные отрезки это на самом деле просто-напросто цикл. Ну, я пока не знаю, какой это цикл, но, как, я не знаю, короткий, маленький, не знаю. Но у нас есть вот эта вот самая точка, которая АВ, и у нас есть зеленые отрезки.